Всем привет! С вами Crush and Bay. Сейчас я вас повезу на прогулку, детки. Немножечко прогуляемся по парку. Может, еще в одно местечко заедем. Короче, будет все интересно и весело, как всегда. Итак, поехали! Гоу! Доченька, сейчас мы уже подъезжаем. Ринка за ринка. Мне, короче, одно тут по работе дельце надо быстренько решить. Вы посидите буквально минут 10, да? Да, конечно. Я быстренько справлюсь, так что все, не переживайте. Сейчас я быстренько туда-сюда, мельком. Все, давайте. Пока. Пока. Зарин, давай включим музыку. Давай. Папа, ставим ключи. О, мы можем включить музыку. Да, куда там звать? Надо это все. Так, куда? Так. А попробуй нажать на какие-то кнопочки. Ой, что это было? Это что? Ты включила музыку? Давай послушаем тогда. Давай. Так, да, я сейчас все настрою, потому что я знаю почти все по папиной машине. Так, делаем так. Нажимаю сюда. И давай вторую. Ой. Это что? Реально? Так давай погромче, Зарин. Давай, танцуем. Что-то жарко. One hour later. Что-то долго. Сколько времени прошло? Уже час прошел. А папы всего нету. Угу. Зарин, что-то я проголодалась. Ты слышала? Что? У меня животик болит. Давай поищем, может, я какую-то конфетку найду или жвачку. Ну, давай. О, давай посмотрим, что у папы в бардачке. Давай, так. Открывай. Так, как его открыть? Вверх, наверное, или тут? Так. Так. О, карточки Макдональдс, может, закажем себе еду? Давай, а как мы закажем? Я бы хотела чизбургер и картошку фри. Я тоже. О, папин телефон остался. Ты знаешь, знаешь, как им пользоваться? Да, наверное. Давай. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Давай скачаем приложение. Давай, я знаю одно приложение, называется Glovo. Мы с друзьями там заказывали еду. Вот, вот оно. О, сразу Макдональдс, смотри. О, да. Что будем заказывать? Посмотрим меню. Давай. Что? Смотри, курица есть, мак-меню, бургеры. Давай в бургеров посмотрим. Давай. Я буду... Ого, сколько много. Чизбургер. Где чизбургер? Дабл роял. А вот чизбургер. Чизбургер. Давай добавим. Готово. Готово. Еще один чизбургер. Я тоже хочу. Ты тоже хочешь? Да. Так, дальше. Может, что-то... Хэппи Мил есть. Давай сразу... Картошку? Картошку. Хорошо. Да. Давай... Картошку фри? Давай картошку фри и картошка... Маленькая или средняя? Давай средняя. Да, средняя на двоих. Давай. Так, соус. Кетчуп? Да. Давай. Так, дальше. Так... Снеки, я там кое-что хотела для себя заказать. А, покажи, что. Так, и с картошкой фри. Так мы уже взяли. Нет, я просто вот такую вот люблю тоже. А ну, такую возьмем? Да. Ну, давай. Давай и кетчуп. Значит, надо, наверное, одну взять, чтоб... Давай тогда без ничего. Это тебе будет тогда, а это мне. Хорошо. Это будет мне. Хорошо. Есть. Так, а может, я просто очень вкусная, может, поделюсь с тобой? Все. Я хочу мороженое. Так, что, какое же мне мороженое? А давай без мороженого, а то потом не хочется болеть. Еще да? Холодно. Я буду водичку. Водичку, хорошо. Водичку без... Вот твоя. Не забудем про папу. Давай закажем ему... Капучино. Капучино, вот. Где капучино? Вот. Так. Так, классик. Наверное, классик.
Лайк. Готово. Все? Ну, давай уже оформляй заказ. Да. Так. Мы сейчас... Мы... Уже не на карте? Для локации мы включили уже. Так, выбрать здесь этот мы. Адрес. Да. Выбрать этот адрес. Угу. Все, название продолжить. Подтвердить адрес. Все. Я думаю, нас найдут по геолокации. Давай включим тогда. Ну, давай. Чего-то моего папы долго нету. Мы даже не знаем, где мы. Еду мы уже заказали и деньги с карточки списали. Все. Надеюсь, папа не ругать нас не будет. Я тоже на это надеюсь. Зарина, а что там в бардачке? Давай посмотрим. Давай. Открой. Открывай. Там маски. О, маски. Ой. Так как сейчас у нас карантин, мы придерживаемся нормы карантина. Одевай маски. Моя маска. Твоя маска. Одевай маску. И я тоже одену маску. Сейчас. Ой, я салфетки нашла. Салфетки? И еду. Еду? Вау. Давай это оставим на потом. Вдруг он еще долго будет. Наверное. О, еда подъезжает. Да? Спасибо. 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 Хорошего дня. Спасибо. До свидания. Наконец-то приехала еда. Давай будем кушать и разлаживать. Давай. Так, давай откроем. Так. А у меня не получается открыть. Так. О, что-то есть. О, посмотри, Каман. Каман. Быстро его надо чем-то... Телефоном. Ладно. Сразу с телефоном. О, все. О. Достал. Разлаживаем. Так, разрываем. Смотри. Вау. Так, я себе заказывала маленькую картошку. А я себе заказывала побольше. Вот. Моя. Соус. Мой. Еще один соус. Для себя. А я уже чизбургер. Ой, мой. И смотри, мы не убрали эту картошку. Ну, зато папе останется. Ну, да. Оставим ему. Да, а я уже топчу. Так. Вкусно, да? Очень вкусно. Наконец-то мы покушали. Папина кофе и папина картошка давай положим на передний сиденье. Давай. Теперь открываем чизбургер. Как вкусно. Вау, какой вкусный. Вкусно выглядит. Да. Такой вкусный? Какой. Ой, как мы наелись. Что-то поспать хочется. Давай тогда поспим. Давай. Неудобно спать без одеяла и подушек. А давай посмотрим, что в багажнике есть. Давай. Вау. Вау, здесь куча интересного. Вот одеяло. Одеяло, это уже плюс. Я нашла подушку. Вау. И тебе подушка. О, еще одно одеяло. Так. О, камера. Здрасте. Правда, она еще не снимает. Потом включу. О, здесь кто-то какой-то. А что у нас здесь? О, здесь рисовать. Вау, у нас здесь игрушки есть даже. И антистресс. Вау. 5 hours later. Уже нету по времени. 5 часов. Ого! Я начинаю переживать. Папы так уже долго нету. Не переживай, я с тобой. Хорошо. Давай перелезем. Перелазь. Перелезла. О, смотри, я нашла игру. О. Бегемотики. Давай поиграем. Давай. Я с кем буду. Арина, давай разложим сиденье, и у нас будет большая игровая комната. Давай. Я знаю, как опустить сиденье. Так, нажимаем. О! Ура, да. Давай это попробуем. Подожди, здесь... А теперь это. Ура, у нас давай много помещений. Давай. Может, сначала это, а потом...
понюхать? Давай. Да. Разла. Оно такое тяжелое, оно всю сумку. Так, помогай. Дарина. Помогаю. Ничего всего нету. Ой. Ничего нету. Все. Значит, откроем. Готово. А я сюда. Дарин, если бы тебя не было, я так бы волновалась. Я с тобой. Значит, волноваться не надо. Да. Дарин, а как ты думаешь, сколько там папа в магазине будет? Не знаю. Давай смотреть. Давай и поиграем. Так время быстро пройдет. Давай. Достаем игрушки, салфетки. Покажи. Так, у нас есть бегемотики. А давай посмотрим, что-то из еды есть. Чай. Нет. Вау, у нас там пряники еще есть. Да. Но это можно тебе? Потом. Давай потом, а сейчас мармеладки, вау. Или мармеладки. Ну ладно, давай играть. Посмотри, что я нашла. О, как оно работает. Вот так, просто говоришь и делаешь антистрессуешь. А может, здесь шарик катается. А может, в морской бой поиграем? Давай. У меня есть. Я увидела его. Так, берем два листочка. Один тебе, один мне. На. Спасибо. Будем писать на этом. Си один. Мимо. Набери карандашик и пиши мимо. Так, дальше ты. 30. Значит, 3С. Ты мимо. Мимо, хорошо. Давай. Давай высыпать и играться. Вот это просто нажимать, да? Нет, это называется поп-ит. Поп-ит, вау. Да, я сама такое делала, но это тебе. А это как называется? Это тоже поп-ит. Вот эти вот штучки, которым плюхаете вот так вот, пузырики надо разноцветные делать, это поп-иты. Круто. Что у тебя тут еще есть? А это что такое? Это только или браслет, или вот такая вот антистресс. Ой, из него можно сделать фигуру. Ой, я нашла камеру. Давай на камеру что-то снимем. Давай. Включаем. Всем привет. Сегодня мы 24 часа в машине. Папа реально ушел. Давай находить себе занятие. Ну, давай. Так. Давай. Вау. Вау. Смотрите, какой четверг. Смотрите, его вот так вот можно растянуть. Да. Может, еще что-то поищем? А то мне скучно. Смотри, у нас есть единорожка. Затирачка. Затирачка? Да. Вот такое ощущение, как будто настоящий. Привет. С вами Кроша Грей. Да. Я хотела сказать Грейм. Почему я хотела сказать Грейм? Верно, потому что ты тоже ведешь еще один канал. Крошик Дэй Гейм! Да, Крошик Дэй Гейм! Вот я сегодня хотела с тобой видео снять утром, но папа поехал в магазин и задерживаться. Ну ничего страшного. Мы уже и покушали, и снимали, и это все будет да. Скоро на ютубе, наверное. Ну что ж, давай поиграем? Давай, а что? Может ну, в поп-ит? Может в поп-ит? Ну давай поп-ит. Какой тебе? Давай мне ромбик. Смотрите, как он классно. Все цвета радуги просто. Да. Орешки тоже только круглый. Да. Мне нравится, когда меня называют Оришкой. Оришка? Потому что я Оришка. А я Заришка. Заришка. Я хотела сегодня с тобой ролик снять утром. Ну, папа уехал, и хорошо, что мы вместе. Ну да. О, Отбай... кстати, я же могу снять на канал Крошик Дэй Гейм, у меня же есть планшет. Да, ну давай пока поиграем, пока у нас... Да. Давай шарик покидаем. У меня уже в попе. Тут есть еще такой шарик антистрессовый. Который прилипает к волосам. Да. Может, что-то в ТикТок снимем? Да не, давай чуть позже. Давай. А что у нас еще здесь есть? А может, какую-то еду найдем? А у нас есть еда? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Чай, чтобы заварить из воды. Ого, сколько ого. Много. У нас есть мармеладки. У нас есть такие конфетки. Сосательные. Да, у нас есть пряники. Чай. Два пряника, может что-то поедим? Угу. Ну, давай тогда пока сложим. Я хочу вот это. А я съем вот такую конфетку, да? Она сосательная. Я знаю. Папа, наверное,
наверное, ее купил. Папа, наверное, задумал 24 часа. Угу. Или не ушел. Может, он просто занят? Выпали? Выпали. Ну, ничего страшного. А все равно же одеяло чистое. Да. Постиралось только. У нас Арина у нас кушает мармеладки. И она сладкоежка. Угу. Я очень люблю сладкое. А я не хочу мармеладки. Поэтому я сейчас найду занятие для себя. Я нашла очень классный антистресс. Вот это классно. Его тут есть шарик, и он перекатывается. Туда? Сюда. Ням-ням-ням. Туда? Сюда. Ням-ням-ням. Аришка до сих пор кушает. Аришка, чем мы займемся? Может, поп-ит опять? Ну, мы уже были. Поп-ит. А может, в Roblox поиграем на папином телефоне? Я делаю камеру, делаю эффект. И котик. Арина теперь кушает единорожку. А ты потом скушаешь? Потом. Я потом скушаю, да. Так, надо карандашиком достать. Давай, я тебе помогу. Помоги. Подержи камеру. Хорошо. Привет. Так, ого. Сейчас... Ого. Сейчас попробуем открыть. Смотри, что я сделала. Арина, держи родную камеру. Я что-то очень крутое сделала, и теперь не могу исправить. Но это очень круто! Так, а как там? А, короче, я... Так, о-о-о! Ого! Еще выше, ну не надо. Вот все, все. Нормально? Угу. Или немножко меньше? Давай немножко меньше. А я не могу открыть. Угу. У нас так много всего! О, смотри, какой у меня антистресс есть. Какой? Сквиш, это же сквиш. Милая пандочка. Только у него хвост отвалился. Вот. Хвост отвалился. С Иришкой очень устали. Да, Иришка? И я сейчас докушиваю. И мы хотим поспать. Да. Я лягу спать сейчас. И я. Ой. Покажи меня. Вот Аришка. А где упаковка? Не знаю. Арина. Да. У меня есть идея. Давай включи музыку. Давай. Можешь, пожалуйста, подержать? Держу. Так. Так. Какую флешку? Вторую? Вторую. Подожди, он загружается. На домик, да? На домик, да. И на вторая флешка. Какая классная давай музыка. Давай потанцуем опять. Давай. Давай погромче. А давай ты посидишь, порулишь понарошку. Нет? Это как порулишь? Ну, просто подержишь руль. А. Арина у нас решила стать гонщиком. Она едет далеко. Очень далеко. Арина, как твои ощущения? Прикольно. Хорошо, теперь перелазь, будем танцевать. Да. Потанцуем? Время так... танцев. Да. Аришка, перелазь. Я еще манила. И опять сладкоежка. Ты опять сладкоежка? Да? Да. Я каждый день сладкоежка. Да. Да. Аришка решила поспать? Вау, какая пандочка. Я сплю. Спокойной ночи. Ирина, давай поговорим о погоде. Давай. Погода у нас прекрасная. Мне тоже. О, смотрите, Женя! Ура!
Господи, столько времени прошло! Мы здесь уже 5 раз покушали! Да, мы покушали, потанцевали. А как вы смогли оплатить еду? Через твою карточку. Через твою карточку. Ты забыл телефон в машине. А я думаю, телефончик-то посел. И себя сняли. Я так переживал, я смотрю на время, я там немножко замотался. Делишки, короче, замахали меня. Вы извините, я обязательно компенсирую. Мы сейчас едем, погуляем куда-то, хорошо? Ура! Я угощу вас мороженым вкуснейшим. Мороженое в такую погоду? Какая погода? Уже весна, все. Ура, извините, мороженое! Я больше так никогда не буду оставлять. Только не оставляй нас больше, мы переживали, где ты там? Я никогда уже не оставлял вас так, Ариночка. Я уже думала, что тебя или похитили пираты, или собаки. Не дождутся! С вами был... Крошик Дэй! Крошик Дэй! Всем пока-пока! Ставьте лайки! И подпишитесь на канал где-то вот там вот.